небо свернется, как написанный свиток. И звезды спекутся в одну звезду. И солнце станет луною, а луна землей. Земли не будет, ибо коростой покроется она. Сдуется и лопнет волдырем кровавым. И дух зловонный будет летать над бездну, ибо не умели сохранить хранящие ее, приумножать приумножающие ее, владычествовать владычествующие земли. Бесовское племя! Коля, мне кажется, ты совершаешь ошибку. Надо пригласить дочь на юбилей. Но ты же знаешь, не придет она. Ну, хорошо, хорошо, я постараюсь. Пока. Садитесь, пожалуйста. Сегодня у нас по программе революция 905 года. Убежден, что вы все готовы. Поэтому предлагаю вам написать классное сочинение на другую тему. Реформы Ивана Грозного. Как всегда, это несправедливо. Разрешите ваши восторги и аплодисменты считать за единодушную поддержку моего предложения. Реформа это, конечно, замечательно. Вы что-то сказали, Бочаров? Да, я сказал, что всякие реформы это замечательно. Вот и пишите. Но если честно. Мне про реформы царя Грозного
Писать неинтересно и не хочется. А кто? Чего, чего? Тебя за пьянку сколько раз родительских прав лишали. Колбу в премию в дом тащит, а ты... Что? Так значит, он лучше, что ли? Пусти! Остановитесь! Что вы делаете? А это ты, папаша? Уходи, отец. Мать твою за ногу. Вас обоих приглашаю на свой юбилей. Уходи. Давно не хоронят здесь. А жаль. Так бы рядом со своими. Ничто не вечно. Ничто не вечно. Таня! Не может быть. Нет, нет. Тихо сено течет и уносит нашу любовь. Товарищи, товарищи, товарищи. А теперь слово ученикам Николая Степановича. Фомин Николай Николаевич, полковник милиции. Прошу вас. Товарищи, я был одним из 3000 учеников, кому Николай Степанович дал путевку в жизнь. У
Учился я не ахти. Верно, Николай Степанович? Ну, надежным середнячком был. Но середина, она всегда самая надежная. С краю кто? Или гении? Или правонарушители? За многолетнюю службу в милиции я ни разу не имел дела с кем-нибудь из питомцев Ячевина. Думаю, это не случайно. Николай Степанович всегда был не только учителем истории, но и учителем жизни. О нем с полным правом можно сказать честь и совесть нашей педагогики. Мы все ожидаем выхода в свет его книги «Воспитание историей». Да-да, идем. Хочу поднять тост за здоровье нашего дорогого, заслуженного учителя Николая Степановича Ячевина. Благодарю. Позвольте вас обнять. О, благодарю. Будьте здоровы. Спасибо. А теперь воспитанник нашего юбиляра, скульптор Любомудров. Прошу вас. С удовольствием. Ага. Да вы фокусник Любомудров. Просто я. Внимание! У нас в гостях представитель военной части, где служил ученик нашего дорогого юбиляра, герой Советского Союза Гриша Бухолов. Слово предоставляется капитану второго ранга Анатолию Васильевичу. Пожалуйста, Анатолий Васильевич. Уважаемые товарищи, я зачитаю вам выдержку из письма адмирала флота Петрова, который воевал вместе с Григорием Бухоловым. Уважаемый Николай Степанович, в военные годы этот кортик носил герой Советского Союза лейтенант Бухолов, мой друг и ваш ученик. Со дня гибели Григория я хранил его кортик и с трудом расстаюсь с дорогой реликвией. Вы воспитали Григория, а я ему обязан всем, и тем, что остался жив, и тем, что стал морским офицером. В конечном счете, я обязан вам, Николай Степанович. Уважаемый юбиляр, примите от адмирала и Гриши этот бесценный подарок. Да. Борьба Ивана Грозного против родовитых бояр носила ярко выраженный прогрессивный характер. Так-так, Шорохова. Пять. Так. Отцы города все-таки пришли и уважили. Отнял жену. Коля! Уже все готово. Ты скоро? Пойду, Зоя, тихоня. Наверное, Костомаров попался под руки. Ничего, завтра обсудим. Вы наверняка не помните меня, кто я, алкоголик. Сегодня я представитель человека. Алкоголик. Сегодня я представитель человеческих отбросов. Я обязан этим вам, Николай Степанович. Вы искалечили меня. И не меня одного. Вы стали тем, на кого указывает пальцем, берите пример. Я не могу во всеуслышание сказать. Люди добрые, берегитесь Ячевина. Кто поверит мне, философу забегаловок? И я не вижу иного способа заставить меня выслушать. Кроме как убить вас. И тогда суд. Суд надо мной станет судом над вами, так как вы, Ячевин, многолетний очаг общественной заразы. Итак, готовьтесь. Ваш бывший ученик. Штемпель местный.
Должна быть глупая шутка. Неужели Бочаров, Лёва? Ну-ка. Так. Да нет, что я? У Лёвы шутки поумнее. Убить вас. Очаг общественной заразы. Чудовищно. Маньяк какой-то. Коля, ты хотел выпить чая, иди. Сейчас. Розыгрыш. Чушь какая-то. Наплевать и забыть. Что? А, да нет, нет, ничего, просто так. Чай есть? Тебе с лимоном? Или без? Да. Тебе что, не здоровится? А? Нет. Устал. Хорошо, что все это кончилось. Хорошо. Thank you.
Интересно? Мы тоже могли бы запустить воздушный шар. Мне домой надо, а то мама кругаться будет. Если хочешь, возьми книги с собой. Дома почитаешь. Ага. Мне они еще велики, а тебе как раз будут. Бери. Спасибо. Вот оно, Николка, как в жизни бывает. От родного отца доброго слова не услышишь. А чужой на тебе. Слушайся его, Николка. Чти за место отца и люби. Тань, а ты кем хочешь стать? Учителем, как мой отец. А где учился Иван Семенович? В Сорбонне, во Франции. И ты туда уедешь? Ты хочешь, чтобы я уехала? Нет. Но ведь, чтобы стать сельской учительницей, не обязательно кончать Сорбонну. Будем стоять здесь, рука в руке, и под мостом наших рук, утомленные от вечных взглядов реке, плыть и мерцать вдалеке. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, peut-il qu'ils m'en souviennent? La joie venait toujours, après la peine. Ночь приближается, пробил час, я остался, а день угас. Все разные мысли. Наверное, о дочери. Обо всем. Решительно обо всем. Пойди ей навстречу. Ты отец. Извини, Соня, мне нужно позвонить. Надежда Алексеевна. Ячевин, доброе утро. Доброе утро. Я не смогу прийти к первым урокам. Может быть, кто-нибудь поменяет со мной часами? Николай Степанович, дорогой, не беспокойтесь. Да я сама с удовольствием. О, спасибо. Ну что? До встречи. Спасибо, дружок. Вася, подожди! Что у тебя? Обращаться в милицию. Из-за чего?
из-за оскорбительной анонимки. На смех поднимут. Для учителя такое ужасно. А всему причиной юбилей. Газетная шумиха, трескотня по радио. И вот результат. Ну, во-первых, этим детям по 16-17 лет. И они уже давно знают, что младенцев находят не в капусте. Может, вы предложите сделать это предметом преподавания? Это давно пора. О, боже! Николай Степанович! Николай Степанович, вы послушайте, пожалуйста, что товарищ Леденев преподносит своим ученикам. Поклонник Хаяма. Вот вы прочтите, Евгений Сергеевич. Прочтите Николаю Степановичу, пожалуйста. Ну, хорошо, я сама прочту. Извините. Растите меня в душе. Над кем вы это издеваетесь? Над заслуженным учителем, пожилым человеком? А если бы у вас была элементарная человеческая честность, она должна бы будить вас... Честность, честность. Это ваша честность по принципу «чего изволите». Хаям, кстати говоря, по этому поводу писал. Лучше впасть в нищету, голодать или красть, чем в число блюдолизов презренных попасть. Лучше в кости голодать, чем прельститься сластями за столом у мерзавцев, имеющих власть. Ваш бывший ученик. Не он? Может, вот этот, кажется, Ситников. Может, этот. Глаза недобрые. Да нет. Хорошие парни. Чушь какая-то. Не верю. Не верю. Николай Степанович, вас просят к телефону. Благодарю. Слушаю. Слушай, ты, очаг общественной заразы, получил мое послание? Молчишь? Значит, получил. Я тебе время даю, чтобы дошло, за что тебе приговор. Дозреешь, сам найду. Из-под земли достану. Все понял? Здрасте! Дорогу! Прошу вас, садитесь. Я прочту выдержку из одного сочинения. Ходил в его, Ивана Грозного, время рассказ, что у одного дьяка он, Иван, отнял жену. Потом, узнавши, что муж изъявил свое неудовольствие, приказал повесить изнасилованную жену над порогом дома дьяка и оставить труп в таком положении 2 недели. Цитата из книги Костомарова «История России» в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Далее следует краткое резюме автора сочинения. Если Иван Грозный и давил бояр, то просто от злобы. Если и был в его время какой-то прогресс, то это не Ивана заслуга. По-твоему, кто? Давайте обсудим. Наверняка Бочаров. Угу. Разрешите мне? Я совершенно не согласна с автором сочинения. Мы все знаем, Грозный казнил, вешал. Но кто завоевал Казань? При ком началось освоение Сибири? При царе Иване Русь узнала книгопечатание.
О России заговорили в Англии и во всей Европе. И плюс его колоссальные реформы. Так что же важнее? Убийство каких-то дьячковых жен или большие исторические дела? Это все? Я думаю, этого достаточно, Николай Степанович. Да, вполне. Садитесь. Не огорчайся, старик сегодня явно не в духе. Да уж. А что, братцы? У Грозного отыскался неплохой адвокат. Бочаров, что вы думаете на самом деле? После пламенной речи Шороховой я пас. Значит, разделяете ее точку зрения. Зачем вы обо мне плохо думаете? А если я плохо думаю о Шороховой? Что же вы молчите? А вы подскажите. Я скажу, что нужно. Всегда готов. Без ерничества не можете. Если на чистоту, Николай Степанович, я бы согласился поставить свою подпись под сочинением, которое вы только что прочитали. Иван Грозный Сибирь осваивал. Дело, конечно, важное. Но даже ради этого я бы не стал ему помогать. Шорохову согласна, а я нет. И тем не менее, Бочаров, ваше сочинение, по сути, ничем не отличается от сочинения Шороховой. А меня мало колышет моральный облик царя Ивана. Но зато очень греет хорошая оценка в журнале. Чего ради я попру против учебника? Так же, по-моему, думает каждый из нас. Результат налицо. Ну, а одно сочинение не в счет. Дозреешь, сам найду. Из-под земли достану. Все понял? Николай Степанович, кто написал сочинение? Правда, кто? Почему вы делаете из этого тайну? Действительно, зачем темнить? Мне просто хотелось услышать ваше мнение без какой бы то ни было предвзятости. Извините меня. Ребята, сочинение написала я. Ты? Ну, даю. Николай Степанович! Что, Степанович? Что с вами? Николай Степанович, зовите ко мне! Ну же, быстрее! Опа! Ну, еще раз. Вот так. Николай Степанович! Кичевин! Не узнаете меня? Не узнали, ваш бывший ученик. Где? Где вам узнать-то? Поди таких тысяч через ваши руки прошло. Елькин я. А я вот второй день уже мимо школы хожу. Дай, думаю, пройду. Вдруг увижу. Увидел. Ну, увидели. И что теперь? Да вот в газетах прочел вашу фамилию, ну и засосало. Над кем, думаю, измывался? Совесть замучил. Вы же меня от паскудничества старались избавить, а я... Зря старался. Ну нет, что вы, что вы. Как бы я без вас человеком-то стал? Вы думаете, я не помню, как педсовет голосовал за мое исключение? А вы один заступились. Гаденышем был, каюсь. Как-то странно вы. К чему все? Так вы же воевали против меня, за меня. А я, подлец, вас кирпичом их. Николай Степанович, ну простите меня, если можете, за все да простите полно. Меня. Я не держу на вас зла. Может, присядете на пару минут? Как тебя зовут? Тошка. А чё? Отвечай полностью. Тошка Елькин. А чё? Прошу тебя, Елькин, сходить в учительскую и позвать сюда директора. Полюбуйтесь. Привет от Елькина. Ha 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 ha!
Я знал, что такие люди, как вы, они зла не помнят. Вижу, волосы потеряли. Это что, водка? Наследственность, учитель. Вообще-то пью, но не алкоголик. Нет. Эх, Николай Степанович, у меня сегодня просто праздник. Я вас встретил. Очень рад. А кого-нибудь из однокашников здесь не встречали? Из однокашников? Ага. Никого. А. Никого. Я к матери. Навестить ее приехал. Ну, передавайте мой большой привет матери. Вы даже не знаете, Елькин, как вы мне помогли. Большое вам спасибо. Ну что вы, Николай Степанович, если уж такому балбесу, как мне, то я представляю, как хорошим ученикам помогли. Ходят сутки, недели, года. Они не вернутся назад. И любовь не вернется. Течет вода под мостом Мирабо всегда. Bien la nuit, son est l'heure. Et joue sans mots. Je demeure. Честности. Нет, нет. Ты любишь меня? Да. Все во мне от отца. А если Чевин, дети начнут отказываться от таких отцов, тогда мир выродится. Понимаешь? Таня, погоди! Таня, ты кто тебе дороже? Отец или революция? Знаешь, на провокаторские вопросы не отвечаю. Экспроприаторов. Здравствуйте, Иван Семенович. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, ребята. До сего дня о твоих неладах с грамотой и Чевин знали немногие, теперь об этом узнают все. Иван Семенович, ну? Мне так новый директор написал. Кто? Тогда извини, Чевин. Возможно, новая власть ввела новую орфографию. Но поскольку это будет висеть в нашей школе, прошу тебя переписать начальную букву Е на Э оборотной. Хорошо, я исправлю. Приготовились. Вторая фраза. 3, 4. Фразы о мире пустая утопия. Пока не экспроприирован класс капиталистов. Темнота ты, Ячевин. Классовой ненависти в тебе не на понюшку. Почему, думаешь, этот фон Граубе в стороне от революции держится? От темноты? От неучености? Вот то-то и оно! Он нас учить собирается! Ну и что тут плохого? Пусть учит.
Да мне бы частицы его знаний на всю жизнь хватило. Ну, хватил. Я вижу, он тебя научит еще и своего братца, бывшего миллионщика, любить. Зря вы, мол, такие сякие, немытые, революцию против него сделали. Да ты сейчас заграл бы горой. И вообще, Ечевин. Вот что. За революцию ты или против? За, конечно. Ну тогда и не защищай Грауба, а атакуй. Вот и с дочерью его, скажем, не все понятно. Вряд ли наших взглядов. А я говорю наших. Пусть докажет. Как это? Пусть выступит против отца. Честно, напрямки, без приседаний. Вот тогда наша девка. Ну, как человек, Иван Семенович мне лично не враг. Даже совсем наоборот. Но как представитель чуждого нам класса, как брат миллионщика, который давил из рабочих кровавую юшку, он может и не совсем свой для пролетарской революции. Чего мямлишь, Ечевин? Да чего там, семья капиталистов? Долой его и все тут! Тихо, тихо, тихо! Хотя к нам он вроде всегда по-доброму. А почему таких добреньких подмела пролетарская революция? А потому что доброта их змеиная. Ужалить не могут, вот и добренькие. А почему молчит Иван Семенович? Пусть сам скажет. Вам придется ответить, Граубе. Я учил вас отличать ложь от правды. Учил ненавидеть зло, уважать добро. И не научил. Даже грамоте толком не научил. Я банкрот. Жалкий банкрот. Попусту жил, зря топтал землю. Да, кто-то тут требовал наказать меня. Увы, я уже наказан. Сильнее невозможно. Воды дать? Нет. Граубе до конца был честным человеком, без приседаний. Он ушел от нас, потому как не мог сказать «нет» старому миру. Он ушел, потому как не мог сказать «да» новому миру, заря которого занимается над освобожденным человечеством. Прощай. Прощай, народный учитель Иван Семенович Граубе. Выродок. Это ж надо, змей вырастил. Ты так вот на часе и отца за полушку, ублюдок.
Таня! Я не вижу иного способа заставить меня выслушать, кроме как убить вас. И тогда суд. Суд надо мной станет судом над вами, так как вы, Ечевин, многолетний очаг общественной заразы. И родная дочь туда же вынесла приговор мне. Луноход. А, Ленька-то вырос, не узнать. Ну, рассказывай. А ты, смотрю, похудела. Устаешь? Зашла бы с Ленькой к нам. А зачем? Как все это нелепо. Не беспокойся, отец. Ты же не хочешь, чтобы его жизнь походила на твою? Не хочу, потому он и будет со мной. Так что ж ты ему дашь? Спокойное детство рядом с отцом-пьяницей. Знание среди невежества. А, так что? Твоя любовь. От любви несчастными не бывают. Допустим, я не в состоянии любить. Но твоя мать, она бы не надышалась на внука. Мама и на меня надышаться не могла. А что вышло? Ты сам всегда твердил, так нельзя, не педагогично. Пойдем, Ленька. Вот и Ленька скучает без не меня. Не надо. Правда, Леня? Ты никому не добр. Даже к себе. Потому и опасно подпускать к тебе Леньку. А к мужу не опасно. Он лучше тебя сравнил. Да, он пьет. Но он меня любит. Быстрее, Ленька. Ну. Беспутная девка. А? Коля! Ты будешь со мной разговаривать, нет? Коля! Коля, я прошу тебя! Да оставишь ты меня со своим дурацким миролюбием! Папа! 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 Опомнись, Николай! Ой, ну это же святое! Господи, лишь бы родила, вырастим. Потом доучится. Ну, не враги ж моей. Как зауч школы, я сам буду настаивать на ее исключение. И надо сделать операцию, о ребенке не может быть речи. Моя Вера. Неужели?
Неужели никогда не простишь меня? Здравствуйте. Добрый день. Алло? Да. Сейчас позову. Кажется, из областного издательства. Да. Николай Степанович, это Ермакова из издательства. Да-да. Примите наше поздравление. Спешу обрадовать вас. Ваша книга срочно идет в набор. И нужна рукопись. Отправьте, пожалуйста, сегодня вечерним поездом в 21:00. Через проводника. Договорились? Да. И как в прошлый раз, восьмым вагоном. Вы меня слышите? Да-да. А может, не рисковать? Не тащиться на вокзал? Нет, нельзя. Обещал. Где твое мужество? Где? Манька был, потирает подкован. Манька был, потирает подкован. Как пить на пьяно был и весел. И ничего я не заметил. И не замечу, если снова Манька был потирать подкова. My wife, жена ушел к другому. My wife, жена ушел к другому. Как видно, пьяно был и весел. И ничего я не заметил. И не замечу, если снова My wife, жена уйдет к другому. Меня не сайт в гробу дубовом, а меня не сайт в гробу дубовом. Как видно, пьяно был и весел. Водитель, остановись у светофора. Ничего я не заметил, и не замечу, если снова не сон. Да, конечная.
Такси! Стойте! Постойте со мной! Не подходите ко мне! На помощь! На помощь! Шляпу обронили. Возьмите. Спасибо. Это вы? Я учитель. Что-то не пойму я вас. Весь день слонялись, будто меня искали. А увидели, молодым галопом ударили. Не ожидал от вас такой прыти. Честно говоря, сам не ожидал. Инстинкт. Зато теперь будет легче решить наше дело. Вы подготовлены, так сказать? Вот только где? По-моему, ваше дело в самый раз в темном подъезде решать. Николай Степанович, я не убиваю, казню. Я хочу смотреть в ваши глаза, услышать ваше последнее слово. Хотя бы вот здесь, в этом кафе, если вы не возражаете. У меня есть выбор. Решайте. Напомните, когда я видел вас. Не напрягайтесь. Берегите силы. И топайте дальше. Да. Время меняет людей. И точно. А вот у вас будто засушили. И в гербарии. Под стекло. Что ж, может быть, вы и правы, и я несколько подзадержался лишнего. Хитришь, старикан. Прошу. Вижу, вы меня не узнаете. Нет, не узнаю. Кропотов. Сергей Кропотов. Ваш бывший ученик. Сережа Кропотов. Тихий, милый мальчик. Да, да, да. Так давайте без сантиментов. Никогда бы не узнал вас. Назначаю вас вашим собственным адвокатом. Я верю своему отцу, он не изменник. А ты, Щапов, марать руки от тебя и твоих халуев я не стану. Хотя и стоило бы. Вы сами настоящие полицаи. Ну, сынок, полицаи, придется проучить тебя. Прекратить! Комсорг Щапов, кто разрешил самосуд? Насколько я помню, вы были на грани исключения. И именно я помог вам благополучно закончить школу. Спасибо вам.
Я греюсь у костра. Благодетель. В своих неудачах жадно ищете вину других. Да вы бы и без меня стали бы тем, кто вы есть. Вот! Вот это то, что мы должны выяснить. Стал бы я без вас. Помните, на катке? Смутно. Я вам напомню. Сережа, у тебя впереди целая жизнь, ты ее коверкаешь. Сережа, я говорю с тобой не как учитель, а как старший товарищ. Сережа. Сережа, я верю, что твой отец не виноват. Но сейчас в такой же опасности ты. Ведь Чапов не один, а за ним коллектив. А значит, ты идешь против всех. А все это огромная сила, Сережа. Нет ничего сильнее всех. Пойми меня. Тебе надо выступить на собрании, сказать буквально пару слов, что ты признаешь, что неверно делал, когда пытался защищать. Да, твой отец был в плену, но твоей вины в этом нет. Понимаешь? Я верю отцу. Я не смогу. Я хочу тебе помочь закончить школу, а ты не желаешь понять. У тебя впереди жизнь, а ты ее коверкаешь. Коверкаешь? Подумай. Вы знаете, у вас был горячий союзник. Знаю. Ваша матушка. Отец. Мой отец был великой души человек. Он считал, его песенка спета. Главное, не покалечить жизнь сыну. О, как он убеждал меня. Значит, таким же успехом вы можете обвинить и отца? Я ждал этого. Я этого ждал. Прячетесь. Помилуйте. От кого? От своей совести. Помните то собрание? Такое было зрелище. Сын публично осуждал отца. Можно подумать, что без меня бы вы этого не сделали. Нет, нет, отца, мать, я не послушал. Но вот стали убеждать вы, мой учитель, мой наставник, честный, бескорыстный человек. И я сказал, осуждаю. Какая была тишина, когда я произнес это гнусное слово. Вот с этого момента я стал превращаться в мразь. Я жил рядом с отцом и стыдился смотреть ему в глаза. А тут еще мать хотела задобрить отца к нему с лаской ко мне с криком. Меня это бесило. Сами меня уговаривали. Сами потом запрезирали. И все вокруг. Я начал срываться. Мы переехали в другой город. Там я впутался в историю. Попал под статью. Вот, ушел. Человек уехал. Какая цепь. Какая гнусная цепь. А что с отцом выяснилось? Разве впервой живого с дерьмом мешают? Умрет, хорош человек был. Статью о нем напечатали. А ему что с того? Кто ему жизнь вернет? Мне. Но вы не станете отрицать, что я искренне хотел помочь вам. Нет, вы не подлец. Вы страшнее. Подлец просто нарушает правила. А тот, кто искренне убежден, что ложь во спасение необходима человечеству, тот возводит подлость в правила. Вы не подлец. Вы вредная людям идея! Медея! Медея! Медея!
Я давно собираю досье на вас и ваших учеников. Например, Вася Щапов. Огромная величина светила. На чем он вылез, вы знаете? Я не слежу за его научными работами. А их у него нет. Он был одним из экзекуторов некоего профессора Долгова, презренного менделистом-органиста. После смерти Долгов оправдан и прославлен, как это водится. А его имя присвоено институту, который возглавляет кто? Наш бывший комсорг Щапов. А вот, что пишет Вася Щапов в статье к вашему юбилею. Наставник, которому я благодарен, буду до конца своих дней. Вот, вы плодите Щаповых, Щаповы плодят себе подобных, расползается по миру зловонная гниль, и вас славят за это. Помните дочь, родную дочь. Нет, не надо, не надо. Не надо, об этом не надо. Ну так что, историк? За письмо я, должно быть, должен вас поблагодарить. И будьте вы прокляты. Делайте ваше дело. Дозрел старикан. Сейчас, сейчас. Не здесь. Не здесь. Я устал. Побойся Бога. Я устал. Бога вспомнил старикан. Ну, пойдем. Давай помогу. Давай, давай. Давай. Жди меня там. Там. Богиня, иди сюда. Умоляю, коньяка без дачи мигом.
Ты учти, я не убиваю. Я казню. Оставьте Кроптов. А? Что? Никого вы не убьете. Нет, не смогу. Слушай, учитель. Слушай, может, ты сам попробуешь, а? Ты же все понял? Да. Держи. Ты что, боишься? У меня не получится. Нет. Ну что же ты? Уходи. Быстро. А? Понял? Молодец! Ты молодец!